Ну что, всех приветствую. Продолжаем рубрику турниров. Сегодня следующий день. Второй. И давайте с двумя поражениями мы закончили вчерашний день. Сегодня мы влетаем. Значит, я думаю, что нужно сделать. Надо взять какой-нибудь хил. Возможно, это будет дед. На деле у нас только свежее фермерское мясо. Ежедневные поставки. Вот. Причем вот я даже не знаю, на самом деле, деда какого брать. Так. Я все же вот предпочитаю, наверное, такую команду. Давайте попробуем. Да, зелень есть. Синих нету. Зелень есть. Ну, давайте зелень кидать. Так. Собака. Ну давайте сделаем вот так. То там он рухнул. И сейчас мы лианой добиваем кодилен. Ну и на этом первый тапок наш. Наш. Я думаю, что да. И синими сейчас доедим. Ну, здесь шотеров надо и хила. То есть, ну, понятно, да, что да как. Причем хил дед. Ну, деда лучше, наверное, без костюма сейчас. Если будет еще раз синие. Переобую его, потому что это долго. То есть он как бы дает защиту, да, сколько там, 46. Кстати, она тоже дает. Ага. Она уклонение дает, ну, в общем. Поняли. Канитель та еще. Дед лучше, который сразу восстанавливает, то есть без длительного. Да, тут синий опять. И, наверное, красных возьмем. Так, дед. Ага. Мы его возьмем вот так, в таком виде. Собаку не будем брать, возьмем... таким образом. Здесь можно даже троих взять красных, а может и синих надо. Нет, я, наверное, все-таки красных. Грозуль по нам там будут добить. Да, Ригард будет, Алианна, Уилбер. Не, ну мы уклонением возьмем, то есть вот она поляна. Просто роскошь. Поляна вообще. Фу. Ну, это чисто под снос. Давайте вот так сделаем. Ну, спасибо. Вот, посмотрим. И сейчас... И сейчас мы, в общем, затягиваем. Задача... А?
Ну, деда пока нет смысла, наверное, активировать. Или ладно, снимаем всю эту гадость. Распределение, оно, конечно, хорошо. Идем так же. Мне понравилось. Так, поехали. Ляну снесли. Так, хил есть. Ага. Ну все, сейчас мы их всех заряжаем, пускай ульта летит. Угу. Да, там разбиваются в контратаку. Правда, не все, но большая часть, в общем. Так, опять зелень готова. Кстати, вот сегодня, видимо, такая команда рулит. Посмотрим. Так, давайте вот так сделаем. Непонятно, что за срез идет. Почему я их так слабо пробиваю? Так, есть красные два. Так, там догорает она. Ну и мы добиваем. Все, значит, готово. Это был второй, сейчас пойдем на третий бой. Точнее, это был третий, сейчас четвертый. Тоже мишка, фиолетовые. Ну давайте. Так, зелень есть. Сразу мишку подснести. Давайте вот здесь красный ловим. Так, два зеленых. Чуть-чуть не хватило. Мишка сейчас даст. Не-не. Так, нам надо хил. Хил есть. Давайте сносим мишку. Даем вот сюда в центр. Открываем центр сейчас. Эх, это жалко. Контратака еще не успела у меня зарядиться. Эх, чуть-чуть не хватило. Так, ну тут хил-хил. Тут хел сейчас. Хел готова. Рототоскар хилит всех, понятно. Здесь там два хила. Слушайте, два хила нормально заходят. Так, мне сейчас зеленые особо не нужны. Включаю горение, надо хел забирать. Есть. Ага. Здесь надо красный. Опять он хил дает. Где бы нам раздобыть камни красные? Вот, есть, отлично. Ага. Но они будут теперь вдвоем тут стоять, хилиться. Ну и я думаю, что мы их сейчас ожогами плюс контратакой должны взять. Все, теперь мы этот край не трогаем, пускай они горят. Кидаем чисто зелень. Кадилен. Так. Отлично.
Слушай, ну они догорели. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я уже думал, все, сейчас 2 отхила будет. Так, отлично. И последний тапочек. Ну, шикарно. С бармаглотом. Давайте вот так сделаем. Так, далее. Зелень есть. Тогда сначала вот так кидаем. Раз. Зилайн все порезала. Угу. Кидаем 2. Сейчас отхил будет. И попробуем забрать ее. Давайте вот таким вот образом. Есть. Наверное, по таймингу не успеем. Бармаглот зарядится. К сожалению, комбо полетело. Нет, смотрите, четко. Хватает времени. Ну, смотрим. Бармаглот-то бьет по боковым. Вот оно что. Вот оно что. Ну, магний хоть. Промазал. Так. Что, как нам выйти-то отсюда? Из этой ситуации. Ну, давайте вот так. Зелень есть. Хил ловим. Так. Кидаем, кидаем. Так, так, так. Аккуратно. Угу. Дед снова мимо. Касса. Ну и на этом, думаю, сейчас все. Фух. Все. Всех благодарю. Всем пока-пока.